Всем привет! В прошлом ролике я вам показал, рассказал вот об этой новой фотоловушке от компании Santec. Это новая камера HC900 Pro. У нее есть функция передачи фото, видео, а также онлайн-трансляция изображений на телефон. Вот камера получилась очень такая крутая, навороченная. Здесь есть функция отправки, снятия отправки видео в 4К. Вот, я хочу протестировать и узнать, как она будет работать вот в условиях нашей суровой такой морозной зимы. Итак, значит, план такой. Поставить эту фотоловушку на АГМ-аккумулятор. Вот, и неподалеку поставить еще одну фотоловушку и направить ее на купленную, но недавно, вот такой новой кормушки для птиц в виде желуди. Вот, картинка сейчас будет здесь у вас на экране. Вот, это все дело подготовил. Аккумулятор, значит, зарядил. Прикормку подготовил. Корм для птиц взял. Сейчас мне эти аккумуляторы дозарядятся. И, в принципе, я уже готов выезжать. Вот. Ну, давайте увидимся уже в машине. Так, ребята, все, я приехал на место. Сейчас нам надо вот эту кормушку заполнить. Даже хочу ее поставить. Вот такая вот интересная кормушка для птичек. И сейчас мы ее заполним. Так. Блин, на улице уже темнеет. Поэтому нам надо как можно быстрее пойти поставить все это дело. Так. Все. Некоторые, конечно, спать, но ничего страшного. Так. Сегодня более-менее тепло, минус 20. Вот решил быстренько выбраться, поставить фотоловушки. Поставить новую свою фотоловушку. HC900 Pro. Так. Так, ну все, я думаю, никуда не денется. Пока сюда поставим. Это сюда. Сюда. Стегнуться надо. Так, все. Берем с собой. Одеваем. Запись идет. Идет. Ну вот, ребята, выбрались мы с вами на природу. Видим, следы уже есть. Беличьи следы. На машине сюда уже не проехать, только на снегоходе вот люди катаются. Так, а вот здесь кто-то рылся. Или песец, или белка. Вот здесь тоже бегал, но это песец. Короче, живность есть. Нам желательно все поставить по-быстрому, чтобы потом не шариться здесь в темноте. В темноте, в лесу не очень весело, вам скажу, ребята. Даже если есть фонарик. Только посмотрите на эту красоту, блин. Вот только ради этого стоит выезжать, ставить фотоловушки. Что вот здесь спокойно отдохнуть. Ну и насладиться такой красотой. Вот такая вот красота. Какие ели, смотрите. Thank you.
как в какой-то сказке, да, зимой? Так, ну все, фотоловушку поставил, подключил к питанию. Давайте посмотрим, будет ли она работать здесь. Так, включилась. И сразу же направляем туда, куда нам нужно. Вот так вот. Так, ну давай, сеть, появляйся. Все, сеть появилась, отлично. Пока выключаем, сейчас будем ставить прикормку. Так, если вот так сделать. Все, сеть есть. Пока включаем. Будем ставить прикормку и вторую фотоловушку. Так, ну все, значит, прикормку я поставил. Повесил здесь кормушку. И вот на кормушку направил мини-фотоловушку. Посмотрим, как она запишет. Все. Еще раз подтяну. Тут вот замотаю, чтобы не болталось. Все, фотоловушка вошла в рабочий режим. Теперь можно собирать вещи и включать основную фотоловушку. Все собираем. Так, проверяем, что все карманы были застегнуты. И все. Все, включаем фотоловушку в рабочий режим и уходим. Так, посильнее затянуть. Так вот. Еще раз смотрим. Все, все отлично. Тут сюда уберем, чтобы не мешалось. Ловушку вам поставите. Вот так вот. Так, ну все, сеть ловит. Фотоловушка должна работать. Давайте включаем и уходим. Все, пошлите сюда. Да, снег, конечно, ловил много, блин.
Итак, фотоловушки я поставил, успел до темна. Вот только начинает темнеть, да? Вот, мне уже пришло первое сообщение. Возможно, эта фотоловушка меня сняла, когда я выходил. Ну, это же дом, посмотрим. Так что программу минимум я выполнил. И у меня вот сел еще один аккумулятор от GoPro. Так что вот так вот, ребята. Протестируем, посмотрим, как она работает. И потом я уже вам в итоговом видео расскажу, что за такая фотоловушка. HC900 Pro новая, обновленная. Вот, но на первый взгляд, по первым впечатлениям, она мне, по крайней мере, пока понравилась. Вот, так что такие вот дела. Все, мне пора ехать. Иначе я сейчас замерзну нахрен. Все, ребят, все, всем счастливо. Давайте до новых видео, до новых встреч. Пока. Так.